твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой года не старят. Серебро в висках пустает. И усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос. Чешь ты. Образ твой года не старят. Серебро в висках пустает. И усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, я, мама, руки. Ты обнимешь, прочь все муки. Лучше мамы не найти. Обязан взорвался аплодисментами. И более бурные аплодисменты. Зариночка, спасибо тебе за эту красивую песню. За рассветом закат, за дождем снегопад. Годы быстро прошли, изменилось утро. Ветер в небо унес седым облаком дым. Седым облаком дым к небу спеши. А я вниз не смотрю. Да печаль. Снова осень пришла, вдаль летят журавли, и друзей многих нет, друг за другом ушли.
серым облакам ты к небу спеши. А я вниз не смотрю, там огонь не горит, серым облакам ты. Ах, как жаль, что ушел ты, мой друг молодый. Ах, как жаль, я пою, а на сердце тоска да печаль. Над землею парил, без друзей жить не мог, каждым так дорожил. Постучалась беда, и разбились мечты. Твой сынишка подрос, им гордился бы ты. Серым облаком ты к небу спеши. А я вниз не смотрю, там огонь не горит, серым облаком. Что ушел ты, мой друг молодый. Ах, как жаль, я пою, а на сердце тоска да печаль. Чтоб сердце моем не погаснет огонь. Пусть Всевышний хранит твоих близких от бед. Верю, друг, ты в раю, был красивым твой след. А я вниз не смотрю, там огонь не горит, серым облаком ты. Ах, как жаль, что ушел ты, мой друг молодый. Ах, как жаль. Сердце тоска да печаль. Серым облаком ты к небу спеши. Серым облакам дым. Ах, как жаль, что ушел ты, мой друг молодый. Ах, как жаль. Я пою, а на сердце тоска да печаль. И ваши аплодисменты у Малав Кипедов. Гостям нашим, которые приехали из одного из самых молодых городов нашей республики, города, основанного в 1950 году, названного городом Избербаш, это был город Нефтяников. Эти ребята приехали оттуда сегодня. Ансамбль так и называется, танцевальный коллектив Избербаш. Подарок для жениха и невесты, для всех гостей, наши ребята исполнят зажигательную искрометную лезгинку. Поехали!
И ваши самые бурные аплодисменты, солисты ансамбля «Избербаш». Большое спасибо, ребята. Вам дальнейших творческих успехов. У нас, дорогие друзья, сегодня было расписано, честно говоря, очень много тостов. Я вот многим не дал, я вот не знаю, как мне теперь в конце свадьбы уходить. Вот с обоих их стороны наверняка будут те люди, которые еще захотят сегодня сказать. Ну, я думаю, самые близкие, самые родные подождут, потому что сегодня день жениха и невесты. Говоря о женихе, хочется говорить только самое-самое хорошее. Но я думаю, наш зять сегодня не обидится, если я своей племяннице скажу более такие высокопарные, очень красивые слова. На самом деле говорят, что жена – это алмаз, а муж должен огранить этот замечательный алмаз. Нет, 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 сидите ради бога, сидите, сидите. Представьте, что вы дома на диване, смотрите, включили телевизор, и там дядя Мехман говорит вот эти самые слова. Я хочу пожелать вам только самого хорошего. На самом деле, пусть хранит вас прежде всего Всевышний. Оберегайте то, что есть у вас. Самое главное это в жизни, это понимание мужа и жены. Кто бы что бы ни говорил, вы закроете двери своей комнаты, своей квартиры и останетесь один на один. Все останутся в стороночке, будете только вы. Но сегодня рядом с нами очень много тех людей, которые просто должны сказать слова поздравления. И среди них одноклассники нашей многоуважаемой Маришки. Это гимназия номер 7 города Героя Каспийска. Выходим сюда. Это однокурсники Дагестанский государственный университет, факультет экономики, если не ошибаюсь, и коллеги по работе. Маришка сказала, здесь, говорит, даже двое моих, говорит, коллег, пятеро коллег, да? Вот пятеро коллег выходим сюда. Итак, школа гимназия номер 7, Дагестанский государственный университет и 5 коллег по работе. Только 5, не больше, я вас прошу, потому что Маришка показала ровно 5. Маришка, а где коллеги? 5 коллег. Здесь? Ну, начнем, пожалуй, со школы гимназии, наверное, номер 7, потому что ты вначале училась с ними, потом перейдем на Дагестанский государственный университет, а потом уже на твоих 5 коллег. Так, кто у нас говорит от гимназии? Кто бы сомневался, пожалуйста. Добрый вечер всем. Я хочу поздравить от лица нашего класса Марият и Руслана. Хочу пожелать не просто всего самого замечательного, а чтобы каждый день вашей совместной жизни вы думали, что он самый лучший, а на следующий день вы просто были удивлены тем, что может быть еще лучше. Я желаю вам удачи по жизни. Конечно же, крепкого здоровья, и чтобы ваша любовь сопутствовала вам всю жизнь, чтобы те улыбки, которые у вас сегодня на лицах, чтобы они сияли и освещали весь ваш дальнейший жизненный путь. Спасибо. И самое главное, не экономьте никогда на улыбках. Говоря об экономии, я думаю, без 5 минут дипломированный экономист скажет, пожалуй, лучше, чем я. Дорогие Маришка и Руслан, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Я хочу пожелать вам всего самого-самого долгой и счастливой семейной жизни, большой любви. Цените, понимайте друг друга. Это, я думаю, самое главное. Тогда у вас все будет хорошо. Каждый день дарите друг другу только радость. Всего вам лучшего. Школа гимназия номер 7 хочет кто-то что-то добавить? Все так стоят, как на игре. Ребята, вы тоже у нас же с гимназии? Ну идите сюда, идите сюда, идите сюда. Самого модного делегируйте в галстуке. Ассаламу алейкум. Я поздравляю вас с этим прекрасным днем и желаю вам всего, что обычно желаю, там счастья, здоровья. И я хочу сказать пару слов жениху, совет какой-нибудь. В общем, представь, что у тебя есть все сокровища мира, а потом посмотри на нее и пойми, что она ценнее для тебя, чем эти сокровища. Представь, что у тебя есть самый красивый, самый редкий цветок во всей планете, на всей Земле, и посмотри на нее и пойми, что она для тебя ценнее и красивее. И это уже факт, она уже часть тебя, часть твоего сердца, и люби ее, и всегда вот, до конца своей жизни. Машал Артур, мне и приятно, и вместе с тем вы меня пугаете. Я боюсь, скоро через год-другой вы меня без работы оставите. Все, вот посмотрите на него, но приглашайте меня, хочется прям так сказать. Я же даже боюсь уже. Где наши коллеги? Кто у нас коллеги? Так, друг на друга. Идите сюда, бедненько, идите сюда. Все на вас так сразу.
Руслан, Маришка, я вас поздравляю с этим прекрасным днем. Руслан, наверное, ты уже знаешь, какое солнышко находится рядом с тобой. Цени ее, береги. И вам хочется пожелать по жизни, наверное, гармонии вашей семье, чтобы все у вас было хорошо. Удачи, терпения. Все. Я, честно говоря, когда вот на эту девушку посмотрел в красном, растерялся. Думал, Зарина Тилидзе переоделась, что ли, пришла. Вам не говорили, что вы очень сильно похожи на Зарину Тилидзе? Согласитесь, друзья мои, даже? Похоже? Ну, давайте сегодня не будем говорить о двойниках, о том, кто на кого похож. Алан, ты готов? Да. Следующий музыкальный подарок от нашего брата, от нашего коллеги по цеху. Да. Алана, замечательная музыкальная композиция, которая сегодня дарится всем вам. Кстати, можете жениха и невесту пригласить на середину танцевального пола. Алан, подарок для Руслана, Марии. Дорогие наши молодые, поздравляю вас. Счастья, любви, взаимопонимания. Всего самого наилучшего. Танцуем все! Hey! Voila! Я еду в горы, дорогая, где реки бурные поют, где орлы звезды задевая, с крыльями мощными живут. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Счастья молодым! В Макачкале ты ночью темной, под шум березок молодых, меня не как пылину вспомни, а как короткий этот стих. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Куба! Веселее, друзья! И вдруг почувствуешь ты руку, опущенную на плечо, когда крыло моей разлуки тебя обнимет горячо. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Я еду в горы, дорогая, не опускай свои глаза, ведь для меня дороже края на свете отыскать нельзя. Ура! Yes! Hey! Продолжаем дальше. Умалов и Беда. Вечер нам откроет тайну, звезды нам с тобой расскажут. Под открытым небом загадал у тебя. Я
жизни моей станешь, мне Всевышний в дар тебя послал. Я не смог себе представить, смыслом жизни моей станешь, мне Всевышний в дар тебя послал. Знаю я, что ты я, нас с тобою только двое ты я, радости своей не скрою ты я, как в душе играет скрипка, на лице твоем улыбка ты я, поделись мечтой своею ты я, лед и пламя сердце греет ты я. Я готов хоть жениться, будем мы с тобою навсегда. Будем мы с тобою навсегда. Коснешься взглядом ты меня своим прекрасным, и в плену я глаз твоих сейчас. Покорен улыбкой нежной, в этот вечер безмятежный мне Всевышний в дар тебя послал. Покорен улыбкой нежной, в этот вечер безмятежный мне Всевышний в дар тебя послал. Знаю я, что ты я, нас с тобою только двое ты я, радости своей не скрою ты я, как в душе играет скрипка, на лице твоем улыбка ты я, поделись мечтой своею ты я, лед и пламя сердце греет ты я, я готов хоть жениться, будем мы с тобою навсегда, будем мы с тобою навсегда. Сегодня такой дружный, замечательный тандем звезд. После Малого Кибетова наш брат Алан перехватывает инициативу. И еще одна замечательная музыкальная композиция для всех. Одна, одна и только одна. Апа. Веселее, друзья, зажигаем! Я взлетаю, лечу туда, звезд выше поднимаю. Веришь, веришь, знаешь, знаешь, веришь, веришь. Ты в той стране всегда была царицей, я долететь тебе смогу на крыльях птицей. Не ломай мечту мою, я молю, все равно тебя найду, я найду. Просто нет, веришь мне.
Большое спасибо. Я наш Назимский, надеюсь, он сейчас хоть здесь в зале. И попрошу Малика Мустафаева подготовить для них пару красивых песен на лезгинском языке. Руслан, Мария, сегодняшний торжественный день я хочу от всего лица ахтынцев, от всех ваших братьев, сестер поздравить с вашим бракосочетанием, пожелать вам всего самого наилучшего, всего, чего вы пожелаете себе. Любви, здоровья, благополучия, рождения детей. Столько детей, сколько вы пожелаете сами себе. Понимания, любви и всего самого наилучшего. От всей души поздравляю. Агил Вири Ахцехри за Завереском и Сехнедал. Всем ахтынцам посвящается следующий музыкальный подарок от Малика Мустафаева. Танцуем!
Вот Сидридин мне написал сейчас смс: дай срочно тост моим бажанахам. Следом пишет Дилара: дай тост моим сестрам. Я подумал, а может быть объединить этот тост и сейчас пригласить сюда нашего брата Арсена и Акима, который является по совместительству бажанахами нашего Сидридина, вместе со своими супругами. Я думаю, мы так убьем двух зайцев. Уважаемый кафеольчик, большое вам спасибо за предоставленное слово. Честно говоря, скоро хотим сами перейти на вашу работу. Так что чуть-чуть без пяти минут ваши конкуренты. Да, все будущие пенсионеры, что делать? Что мы можем пожелать семье, у которой все есть? Красивая семья Сидридина и Диларовых. Дай Аллах вам здоровья. Продолжайте в том же духе. А молодым лезгинского терпения, кавказского долголетия, индийской любви. Дайте счастье вам. Дай Аллах, чтобы у вас всегда было все хорошо. Единственное, детское плач в доме было. И не более того. Я вам только этого желаю. А сколько, сами подумайте. Материнский капитал еще никто не отменял. Сарай Баджанах, вот за твое красноречие я тебя люблю и ненавижу одновременно, потому что мне больше нечего сказать. Ча Мариат Ширин Шарак, от души я тебя поздравляю с сегодняшним днем. Руслан Чахо, береги ее, цени, дай Бог вам счастья в этой жизни. Ну и не забывайте своих старших, вот. Уважение – это самое главное.
вообще в жизни. Добрый путь. Добрый вечер всем присутствующим. Рада всех видеть. Рада, что моя племянница сделала свой выбор. И счастлива. И я желаю, чтобы рядом с ней был только свет. Свет, излучающий тепло, добро и счастье. Любви вам, дорогие мои. К сожалению, голоса нету, извини, Мария. Но счастья вам пожелать смогу. Счастья молодым. Малик, вот этот, который меня без работы хочет оставить, пока меня без работы не оставил. Давай пару замечательных. Вообще, давайте, дорогие друзья, немного теперь потанцуем. Thank you.
Дорогие друзья, наша коллега по цеху Замина дарит эти замечательные песни нашим гостям.
снятся мне во сне. Я порой веселый, жил одним с тобою, и к тебе приеду по весне. Я порой веселый, жил одним с тобою, и к тебе приеду по весне. Здравствуй, мой любимый Дагестан. Я 3 года не был под родимым небом. Здравствуй, мой любимый Дагестан. Дагестан цветущий, Дагестан растущий, ты меня из дома провожал. Дагестан цветущий, Дагестан растущий, я тебя так долго-долго ждал. Гордый Дагестан, Дагестан цветущий, Дагестан растущий, я тебя так долго-долго ждал. Все твои зараницы и поля пшеницы часто всюду снятся мне во сне. Дагестан цветущий, Дагестан растущий, я тебя так долго-долго ждал. Наилучшие пожелания. Мехмам Элибеков. Малик Малау Кибедау. Нас узами братства связывают годы, и колыбельную одну нам в детстве пел прибой. И вольный ветер разрешал любые наши споры, когда за словом «мой Кавказ» мы спорили с тобой. Пой со мной, столица, столица веселится, и в моей столице не спится до утра. Пой со мной, родная, зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Пой со мной, столица, столица веселится, и в моей столице не спится до утра. Зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Пой со мной, родная, зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Я здесь родился, я рос здесь и влюбился. Здесь родятся мои дети, здесь моя семья. Я уезжал, чужбины видел, но я возвратился, ведь здесь мои родные и близкие друзья. И все вместе! Пой со мной, столица, столица веселится, и в моей столице не спится до утра. Пой со мной, родная, зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Пой со мной, столица, столица веселится, и в моей столице не спится до утра. Пой со мной, родная, зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Пой со мной, родная, зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Эксо! Живо полежу, тамада, ха-ха-ха.
зажигая звезды, отдыхать в моей столице будем мы всегда. Ну что же, давайте поблагодарим Умалава Кибедова за его замечательные песни, поблагодарим за его творчество, пожелаем ему долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. Ваши аплодисменты, Умалав Кибеда! Ну а мы приглашаем на эту сцену нашего коллегу по цеху, заслуженного артиста Республики Дагестан, солиста вокально-инструментального ансамбля «Ахты», нашего друга по цеху Фаруха Акимова. Дорогие мои, сегодня благодаря нашим девчонкам в лице Элечки я хочу поблагодарить всех девчонок, которые сегодня на протяжении всего свадебного торжества так замечательно нас обслуживали. Сказать большое спасибо нашим поварам, конечно же. Сейчас она хочет поздравить наших молодых. Элечка, пожалуйста. Мы надеемся, что наше обслуживание сегодня прошло на высшем уровне. Наша команда вам желает приятного аппетита, приятного отдыха. Отдыхайте, заказывайте чай. А молодым наша команда желает, дорогие молодые, где бы вы ни были в этой жизни, кем бы вы ни стали, всегда помните о тех, кто вас воспитал, о ваших родителях. Родители, перед чьими ногами находится рай. Пусть Аллах благословит ваш брак. Море любви вам, океан счастья. И мне хочется, чтобы жених всегда говорил только красивые слова нашей невесте. «Люблю тебя, так любят только раз». Как будто не было любви до нас. В безумные глаза твои взгляну и вновь в твоих объятиях утону. Счастья, любви, всем здоровья сидящим в этом зале. Организатор команды группы «Баракат» — это наша тетрая и дядя Эдик. Спасибо им. Спасибо, тамада. Хозяинам свадьбы счастья, здоровья. Микрофон табельный, как и подносы у вас, поэтому лучше возвращать хозяевам. Фарух Акимов готов? С Фарухом я знаком более 15 лет. На самом деле замечательный парень, очень прекрасный голос. Он сегодня у нас... Давайте мы сегодня сделаем так. Мы сегодня объявим конкурс, назовем его не Евровидение, а Лезгиновидение, назовем его 2016. И сегодня город-герой Ахты у нас будет представлять Фарух Акимов. Итак, самые бурные аплодисменты, Фарух Акимов. Спасибо, Фарух. Поехали! Thank you.
подарите Суворова. Давайте, Паш, говорят очень часто. Земляк, кого таких дней? Земляк!
Ну что же, дорогие друзья, подытожим сегодняшнюю свадьбу. Хочется сказать только самое хорошее, самое доброе. Сейчас подождем нашего оператора. Дорогие друзья, много красивых слов сегодня было сказано в адрес представителей двух замечательных тухумов. Сегодня на самом деле наш закристо, наш средневство стали, как у нас у лезгинов говорят, таумами. Мы хотим пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни им, их детям, чтобы они жили на благо своих детей, чтобы они дождались большое количество внуков, чтобы могли их воспитывать, чтобы на свадьбах их внуков и внучек мы могли принимать также их участие. Сегодня мы сделали необычный шаг, как мы сегодня в самом начале догадались, у нас сегодня на самом деле очень необычная лезгинская свадьба. Мы сегодня постарались никого не оставить без внимания. Лично мне кажется, что у нас все хорошо. Но будет еще лучше, если мы сегодня не глазами ведущего, того, кто организовал и проводил эту свадьбу, а глазами непосредственных очевидцев, то бишь жениха и невесты, сейчас посмотрим на эту свадьбу со стороны. Итак, наш зять, наш племянник Руслан, сегодня о своей свадьбе. Все включаем телефоны, айфоны, айпады и снимаем этот тост жениха. Руслан, пожалуйста, сейчас. Добрый вечер, ассалам алейкум. Я сразу прошу прощения за то, что буду читать, текст не успел выучить. Мы с Маришкой в первую очередь поздравляем наших дорогих и любимых родителей с этим прекрасным днем. Без вас не было бы этого торжества. Мы вас любим, будем стараться вас радовать. Спасибо вам за все, что есть у нас. Самое главное, за воспитание. Отдельно благодарим Мурада и Синижу. Где они? Ровно 3 года назад мы на их свадьбе познакомились. Спасибо вам. Также мы благодарим каждого, кто не пришел к нам сегодня. Кто пришел к нам сегодня и те, кто не пришел к нам, но поздравил нас, мы также благодарим. Мы рады, что вы у нас все здесь есть. Хорошего вам продолжения вечера и спасибо за все. Ну а нам остается лишь присоединиться к словам нашего племянника, нашего зятя Руслана и под легендарную, знаменитую музыкальную композицию, которая называется «Вокзалы», проводить жениха и невесту в их долгий и счастливый совместный путь. Пожелаю вам счастья, здоровья, мира и добра. Бахку хураку джигиляр, лилин межлубки с хураку я ала, кака кыди дебу барис, шегера хура я ала, саря хураку джигиляр, ала ты хураку.
Надеюсь, наши молодые будут счастливы. Спасибо, надеемся. And the drum beat carries on. Hey, 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 hey. We must stand again. Вам все понравилось? Да, все круто. Все четко. Моему сыну вам тоже большое, огромное спасибо.